Вениамин Кондратьев отметил, что в этом году правоохранителями уже изъято 84 килограмма запрещенных веществ, большую часть из которых составляют синтетические препараты, так называемые курительные смеси и соли. За полгода на Кубани выявлено 367 сайтов, через которые продаются наркотики. Вениамин Кондратьев попросил Роскомнадзор ускорить процесс блокировки таких ресурсов. Кроме этого, в Краснодарском крае постоянно работают с молодежью. В школах открыты кабинеты профилактики наркомании и алкоголизма. Подобный формат планируют запустить в техникумах и колледжах.